После двух побед курганской дружины над саратовским «Кристаллом» 3-1 и тольяттинской «Ладой» 4-1, казалось, что им удалось наладить игру. Волжские клубы приезжали в гости к Зауралью сразу после поединков в Тюмени, где добивались побед над рубиновцами. После серии неудач в чемпионате сибирская команда в Кургане проявила себя в самом лучшем виде, что не скажешь о хозяевах. На 8-й минуте, четко реализовав булит, счет открыл нападающий «Рубина» Антон Зимин. Ближе к завершению первого периода тюменцам удалось забросить шайбу. Во время отложенного штрафа курганца Сергея Бровина Роман Волошенко с передачи от Дениса Стасюка и Владимира Корсунова продолжил голевой путь к победе. Второй период выдался сухим. В завершающей части матча курганцы сделали попытку переломить ход игры, но гости этого им так и не позволили. Лев Трифонов реализовал третью шайбу. Счет встречи 3-0. Победа уехала в Тюмень. Трудно далась 13-я победа. Трудно далась. Но я хочу поблагодарить ребят за то, что они нашли себе силы, умение преодолеть полосу. Во всех линиях сыграли хорошо, при этом никому нет, молодцы. Будем работать дальше. Первая пропущенная шайба немножко придала уверенности соперникам. Поэтому дальше где-то выровняли, но тем не менее, в любом случае, Тюмень сегодня заслужил, эти 3 очка. Поэтому поздравляю. Следующий матч курганский клуб проведет 2 ноября в гостях у тюменского «Рубина». Михаил Алимов, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».